Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2014 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 283 тысячи километров. Ну, 0,80, скажем так. Зальем промывочку маленькую на 300 километров, а потом будем делать промывку уже длинную и заливать масло Купер. Открываю капот. Что за маленькая промывка? Это автоэнергетик. Промывочный комплекс при переходе на масло Купер. Обдую воздух. Открываю и заливаю. Запускаем двигатель и катаемся в интервале до 300 километров. После этого уже сливаю масло, заливаем промывочное масло и два раза по 20 минут. Сначала на холостых 20 минут работает, даем ему 20 минут отстояться, глушим, и потом еще 20 минут работает. После этого мы сливаем масло, меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло. Проехали на промывочке 320 километров. Сейчас открываю капот, открываю пробку и откачиваю масло. Здесь на третьем Discovery, на трехлитровом Discovery, удобно масло откачивать лучше, чем сливать. Поэтому вакууматором старое масло откачиваю и заливаю промывочное. Вот трубка, заглушка. Сразу заглушку снимаю, через нее и будем откачивать. А чтобы удобнее было откачать, я одеваю шланг переходной на трубку, затягиваю. И также сюда. И откачиваю. Масло с двигателя откачал. Убираю пока шланг. Одеваю заглушку. Беру промывочное масло. Промывочное масло, оно и идет так. Моторное промывочное масло. А потом уже после промывки будем заливать вот именно такое моторное масло вязкостью 5,40 Safeline. Две канистры, они по 4 литра, но сюда надо 6 литров. Зальем примерно 6,300-6,5. Сейчас переливаю в другую канистру, потому что с десятки неудобно, все вокруг обольем. И промывочное масло заливаем в двигатель. Фильтр пока остается старый, мы его не меняем. Мы его заменим после промывки. Масло я перелил в другую канистру.
Промывочное масло, как и моторное, тоже имеет свой цвет зеленый. Кататься на промывочном масле нельзя. Только даем работать на холостых. Это 5 литров. И еще 1 литр. Закрываю пробку, завожу двигатель и даем ему работу 15-20 минут на холостых. После этого мы глушим двигатель и даем ему отстояться еще 15-20 минут. После того, как он отстоится, опять заводим, опять даем ему поработать 15-20 минут. И только после этого мы меняем масляный фильтр и откачиваем масло промывочное. Глушим. Ну, теперь даем ему отстояться. 20 минут не выдержу. 15-20 минут этого времени достаточно. Постоит, откиснет, опять заводим и опять даем ему поработать 15 минут. Отстоялся у нас автомобиль. Сейчас берем, опять заводим двигатель и также на холостых оборотах даем ему поработать 15 минут. После этого уже глушим и меняем масляный фильтр. Вот и второй промежуток, отрезок времени у нас закончился. Сейчас беру, меняю масляный фильтр. Почему я первым делом меняю масляный фильтр? Открутив его, колпак масла через сливное там отверстие открывается, когда фильтр приподнимается, и масло со стакана стекает в поддон. И потом уже из поддона я откачиваю. И также из стакана я еще соберу масло. Беру головку на 32. Не спеша, потихонечку откручиваю, чтобы масло успело сбежать. Если резко начать крутить, оно не успеет сбежать, тогда через края побежит, через стакан. Вот эти трубки в сторону убираю.
и откачиваю масло. Хомут затяну. Масло я откачал, снимаю трубку и из стакана тоже откачаю. Из стакана тоже масло убрал, снимаю шланг и одеваю сразу на место заглушку. Также беру новый масляный фильтр. Фильтр MAN HU826X. Мою колпак, устанавливаю фильтр, устанавливаю новое уплотнительное кольцо и смазываю его маслом по кругу. Кольцо установил, смазал, новый фильтр устанавливаю и закручиваем на место. Притягиваем крышку. Ставим воронку. И заливаем 6300 свежего масла. Открыл канистру. Ну, масло Пауэстеры. Поэтому на сайте производителя можно как на свой автомобиль подобрать, так и посмотреть полностью описание. Есть свои сторонники, есть свои противники. У каждого дело. Заливай. Масло тоже зеленое цветом. Себе я пока не заливал в дискаря. Я пока набрался запасов другого масла. Как закончится, тоже перейду на такое. Вливаю в эту канистру и беру со второй канистры, переливаю в маленькую, чтобы не гадать, сколько я там влил. И со второй канистры тоже вливаю. Потом пробку закрою и заведем. Послушаем, как будет работать. Заливаем. Залил масло 6,3, как и говорил. Закрываю пробку. Так, я пока крышку не ставлю. Заведем. Посмотрю, чтобы по масляному фильтру не было никаких подтеканий. Заводим, слушаем и проверяем.
масляному фильтру никаких подтеканий. Ну, по дизелю особо и не поймешь. Ну, возможно, даже и стал потише работать. На бензиновом это, конечно, заметно, прилично. Ну, свежее масло есть свежее масло. Сейчас глушу, устанавливаю на место крышку декоративную двигателя. И на этом переход на масло кухни я закончу. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Дзен. Все ссылки в описании под видео. На этом все. Всего вам доброго.